Капкейки получаются очень нежными, мягкими и вкусными. Их смело можно приготовить в обычный будний день или же на праздничный стол. Даже самого привередливого гурмана они поразят своим вкусом. В тесто можно вместо изюма добавить грецкие орешки, курагу, сушеную вишню или какао. Сметану можно купить с любым процентом жирности. Сметана 4 столовые ложки. Сахар 1,5 столовой ложки. Сода 1 щепотка. Изюм 20 грамм. Масло растительное 1 чайная ложка. Мука 5 столовых ложек. Количество порций 1. Подготовьте ингредиенты. В миску выложите сметану, добавьте сахар. Все хорошо перемешайте, добавьте соду. Добавьте муку. Перемешайте, влейте растительное масло. Добавьте вымытый изюм и снова все перемешайте. Выложите тесто в форму для выпекания. Отправьте их в разогретую до 190 градусов духовку на 25-35 минут. Вот такие капкейки получились.